Если бы он умел полноценно разговаривать в свои 2 года, то уже в этом возрасте мог брать первые места на соревнованиях по шашкам, уверен тренер Михаил Черноземова. 6-летний спортсмен, стипендиат за успехи в области физической культуры и спорта. Заниматься в раннем возрасте его привели родители, мастера спорта по шахматам. Мама пришла где-то 4,5 года и говорит: «Вы посмотрите, если рано, то тогда рано». И когда мы его видели 4,5 года, то есть он, у него рассуждение как у взрослого. Я серьезно говорю, я вот за 35 лет такого не видел. В списке награждаемых 50 человек, 25 из них премируют за достижения в сфере культуры и искусств, и еще 25 – за успехи в области физической культуры и спорта. На заседании конкурсной комиссии о назначении стипендии городского округа Самара утвердили все представленные заявки. В этом году, в соответствии с поручением главы города Елены Лапушкиной, размер стипендий увеличен с 5 до 7,5 тысяч рублей. Надеюсь, как всегда, потрясающие, очаровательные. И поток этих детей неиссякаемый, к счастью, для всех нас. И мне нравится, что у нас появляются новые направления, мультипликация, звонница. Замечательно, что не стоим на месте. В соответствии с порядком о назначении стипендий, получить их могут одаренные дети и молодежь в возрасте до 25 лет. Учащиеся студенты учреждений сферы культуры, образования, спорта. В этом году на назначение стипендий в области культуры и искусства поступило 70 заявок из 42 учреждений. Среди предложенных исполнителей на фортепиано, струнных инструментах, эстрадные и народные вокалисты, художники, воспитанники хореографических училищ. Для награждения в области физической культуры и спорта в этом году представили 160 кандидатов. В конкурсе приняли участие воспитанники 56 организаций государственных и муниципальных школ Олимпийского резерва. На самом деле было очень сложно выбрать, потому что результаты поистине впечатляющие для ребят. На текущий момент у нас отправилось 25 кандидатов. Я надеюсь, что мы никого не обидели, это было справедливое решение. Среди предложенных к награждению за достижения в сфере физической культуры и спорта 17 кандидатов олимпийских видов спорта, 6 неолимпийских и 2 кандидата с ограниченными возможностями здоровья. Стипендии вручат ребятам в июне. Ольга Павлова, Константин Головин. События.